Новости Богородского района. Богородская43.ру. В селе Ухтым Богородского района продолжаются восстановительные работы на Покровской церкви. В прошлом году на главном куполе был установлен крест. Нынешним летом были сделаны леса и сняты для реставрации еще 4 креста. Местные умельцы из поселка Богородское Василий Курочкин, Алексей Шелгинских и Алексей Конышев отремонтировали кресты и доставили в село Ухтым для установки их на свое законное место. 12 июля 2018 года православный праздник, День святых апостолов Петра и Павла, по благословению епископа Уржумского и Омутнинского Леонида, благочинный Зуевского округа протоиерей Стефан Бугринец совершил чин освящения 4 крестов для храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ухтым. Отцу благочинному служил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Богородское иерей Василий Ижик. Протоиерей Стефан Бугринец поблагодарил всех неравнодушных людей, кто решился на такое благое дело, как восстанавливать этот величественный храм. Дорогой отец Василий, дорогие братья и сестры, позвольте мне вас сегодня поздравить с праздником память Преверховных апостола Петра и Павла. И сегодня, в этот день, для всех нас радостный день, мы осветили кресты, на которые будут украшать и венчать этот святой храм. Сами помню, какое было богоборство время, что кресты сбрасывали с куполов, но Господь не допустил, и сейчас совсем другое время, они возносятся и становятся на свое место. Так что, конечно, это для меня радостное сегодня событие, потому что в моем благочинии восстанавливается такой огромный собор, не то что храм, а собор. Даже видно по масштабу этого строения, что здесь когда-то был очень сильный большой приход. Я хочу поблагодарить тех, кто жертвует, этих жертвователей, благодетелей, которые нашли средства, чтобы этот храм сохранить. А также благодарю отца Василия, потому что я знаю, что такое строить храм, восстанавливать. И он и Богородский настоятель, и Фолен как настоятель, и он находит время, чтобы завести материал, чтобы этот храм сохранить. Конечно, это большая заслуга батюшки, потому что я уже в возрасте, он еще молодой, так что это, конечно, надо мотаться, ездить такое расстояние. Ну, еще раз, дорогие братья и сестры, Господь услышал ваши молитвы, что на вашей ухтымской земле этот храм сохранится. В торжественном мероприятии приняли участие и жители села Ухтым. После освящения крестов собравшиеся пообщались со священниками и поговорили о дальнейших планах по восстановлению храма. В ближайшее время кресты будут установлены на место. Мы постараемся вам об этом рассказать.